Сделайте 7 вдохов и 7 выдохов. Ваше дыхание становится гармоничным. Сейчас сконцентрируйтесь на своем дыхании. Почувствуйте его глубину. Ваше дыхание – это жизнь, которая проявляется в возможностях. Концентрируясь на дыхании, вы ощущаете дыхание всего тела. Вдыхая, ощутите, как дышит ваша кожа. Почувствуйте дыхание вашей кожи. Делая вдох и выдох, вы ощущаете дыхание ваших органов. Thank you.
А сейчас ощутите дыхание вашей костной системы. Почувствуйте дыхание каждой клеточки вашего физического тела. Почувствуйте дыхание всего тела. Ваше дыхание – это Бог, который является всем. А сейчас ощутите дыхание вашего дыхания. Почувствуйте, как дышит ваше дыхание. Сейчас вас нет как физическое тело, вы есть дыхание.
Сейчас ваше дыхание становится абсолютным. Вы проникаете вглубь дыхания каждой клеточки. Сейчас вы проникли в глубины вашей божественной природы. Вы там, где находится дыхание Вселенной. Сейчас вы выходите за пределы ограниченной физической формы. Вы дышите, как вечная душа. Ваше дыхание становится единым целым. Сейчас ощутите, как дышит вся Вселенная.
Поскольку вы являетесь частью целого, то ваше дыхание становится общим. Сейчас мы дышим дыханием единого целого. Дыхание единого целого — это состояние, где нас нет, как что-то отдельное. Находитесь в этом состоянии единения как можно дольше. А сейчас мы все, как одно целое, с единым дыханием Вселенной, дышим, как все мироздание. Все мироздание — это и есть Абсолют, частью которого являемся мы. Ощутите дыхание Бога, как дыхание единства всего сущего.
мы все – это единое дыхание Творца. Находитесь в этом едином дыхании Творца как можно дольше, осознавая себя единым дыханием целого. А сейчас мы все представляем нашу планету Земля. Мы держимся за руки и образуем кольцо вокруг нашей планеты. Сейчас мы обнимаем нашу планету Земля. И сейчас мы проникаем в сердце нашей планеты. Мы все, как единое целое, проникаем вовнутрь нашей планеты. Это и есть сердце нашей планеты. Находясь в сердце планеты, мы выражаем планете Земля свою любовь. Сейчас вы чувствуете, как Гайя нас услышала. Вы ощущаете очень мягкие энергии. Эти энергии – это любовь Земли. Сейчас все пространство заполняется энергией любви.
Мы все, как единое целое, сливаемся в энергиях любви Матушки Земли. Находясь в этом состоянии любви, мы поем мантру Ом 33 раза. Ом.
сейчас вы видите, как из центра нашей планеты движется поток лиловой энергии. Она образует поле абсолютной любви всего живого. Находитесь в этом состоянии как можно дольше. А сейчас мы все выражаем созидательные намерения. Эти намерения имеют как личный характер, так и коллективный. Выразите в этом поле абсолютной любви свои цели, свои желания и отпустите их, не ожидая взамен ничего. Выражайте своим сердцем. А сейчас мы все
единым дыханием выражаем свою любовь Богу Солнца, Творцу Вселенной. Мы выражаем свою любовь 33 раза, концентрируясь на образе Бога Ра. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас вы чувствуете, как энергии ваших личных и коллективных намерений становится единой энергией пространства. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас вы видите, как энергии намерений формируются в формы. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вы ощущаете силу любви. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас ваши личные и коллективные намерения образуют точные формы пространства. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ощутите абсолютную любовь. Я люблю тебя. 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 Вы есть любовь. Сейчас мы, как единое поле любви, поднимаемся к Солнцу. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас намерения обретают реальные формы. Я люблю тебя. 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 Вы есть любовь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сейчас мы все, как единое поле абсолютной любви, входим вовнутрь Солнца Бога Ра. Мы есть абсолютная любовь. Мы есть свет. Мы есть сила. Находитесь в этом состоянии как можно дольше, состоянии абсолютной любви.
А сейчас выразите свою любовь всему сущему. Сейчас пришло время медленно возвращаться в физический мир. Мы делаем вдох и выдох и движемся к своему физическому телу. Вдох и выдох. Мы проникаем в физический мир. Вдох и выдох. Мы ощущаем физическое пространство вокруг себя. Сейчас вы ощущаете свои ноги и руки. Вы ощущаете свою голову и туловище. Вы находитесь в своем физическом теле. Сейчас произнесите в уме свое имя. Сейчас я сосчитаю от 1 до 5, на счет 5 вы полностью пробудитесь. 1. Все, что вы пережили в этой медитации, сохранено глубоко в вашем внутреннем мире. 2. Ваше подсознание сохранило все мельчайшие важные подробности этой медитации, и все эти детали вы можете воспроизвести снова, если вам это будет необходимо. 3. Ваш пульс и ваш сердечный ритм возвращаются в норму. Сегодня ночью вы будете очень хорошо спать, и ваш сон будет восстанавливающим. 4. Вы чувствуете себя хорошо. 5. Сейчас вы можете открыть свои глаза.